Четверг. В Самарской области переменная облачность. Возможен дождь. Плюс 25 днем, ночью 16 выше нуля. Ветер северо-восточный 4,8 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность. В дневное время плюс 27, ночью плюс 17. Ветер восточный 3,7 метров в секунду. В Тольятти переменная облачность. Днем плюс 27, ночью плюс 17 градусов. Восточный ветер 3,7 метров в секунду. В Самаре переменная облачность. Днем плюс 27, ночью 16 с плюсом. Ветер восточный 3,7 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Температура воды в реке Волга плюс 22 градуса. Геомагнитная обстановка, небольшие возмущения.